Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска, а сейчас из не менее славной деревни Петрополия, которая известна еще с петровских времен. Петр I, будучи здесь со своей армией, какому-то местному помещику, или как это назывались, не знаю, подарил эти земли, и названы они были Петрополия. Поле и деревня была на этих землях зачата и до сих пор тьфу-тьфу-тьфу жива, еле жива, будем так говорить. Деревня Петрополия. Друзья мои, вы знаете, хочу поговорить с вами о доброте, хочу окунуть вас, приобщить вас к миру доброты. Речь опять же о животных, о кошечках, о моем, о нашем домашнем приюте или домашней передержке, которая называется Котовася 67. 67 – это регион Смоленская область. Друзья мои, у нас сейчас около 50 или чуть больше 50 кошечек, потому что пока я здесь сижу, уже две новых поступили. Я потом их, ну, сфотографирую или на видео сниму, вам покажу. Я хотел сказать, что все вы, все мы любим животных. Многие помогают. А некоторые говорят, да нахрена все это надо. Вы знаете, вы сами попробуйте делать это добро. Вы попробуйте спасти какого-нибудь завшивленного, больного котенка, вылечить его, выкормить, превратить его в цветущую котяру или кошечку, и тогда вы поймете, что такое делать добро. А можно просто нажать кнопочку и прислать сколько-нибудь денежек, сколько для вас приемлемо, сколько не то, что не жалко, а сколько возможно, для того, чтобы без ущерба для собственной семьи и для себя лично помочь моему приюту. Котовася 67. Вот так поступила именно Александра Михайловна В. Она прислала, честно говоря, неподъемную по нынешним временам для многих сумму 1500 рублей. Это на целых примерно 2 дня существование всего нашего приюта, я имею в виду на кормление, покупка кормов, на 2 дня, вы представляете, Александра Михайловна, огромнейшее вам спасибо, огромнейшее спасибо. Незабываемый, неизгладимый след вы в наших душах оставляете и в душах этих маленьких четырехлапых хвостатых ребятишек. И вот Софья Антоновна П. Она прислала 300 рублей. Но для нее приемлемо 300 рублей. Только, понимаете? И то, это если, например, ну, я не знаю, ну, молоко, допустим, 50 рублей, даже больше сейчас, 60 рублей. Это вы представляете, на 5 бутылок молока для нее, для ее семьи. А может быть, на корм для ее питомцев, для питомцев, может, Софьи Антоновны, если они у нее есть. Софья Антоновна, тоже огромнейшее вам спасибо. Я хотел сказать спасибо всем, кто помогал, помогает и намерен помогать впредь нам. Огромнейшее вам спасибо. Но с горечью констатирую, это, конечно, и коронавирус, это и отсутствие работы, это и мизерные пенсии. Это и огромный рост цен на продукты, и рост тарифов ЖКХ, и прочее, и прочее, и прочее. Все, что на нас навалилось, все, что на нас навалили наши нынешние правители России. И какие могут быть кому претензии? Но тем, кто сумел
тем, кто сделал добро, проявил милосердие, огромнейшее мое, огромнейшее сердечное спасибо. Друзья мои, я хочу показать вам некоторые эпизоды из жизни, ну, нашего приюта, нашей передержки Катавасия 67. А вот на днях мы Риддика отдали, рыжий такой, ласковый-ласковый котик Риддик. И отдали его, женщина живет с сыном 17-летним, и они с дочкой пришли, забрали. И знаете что? Риддик пошел к ним сразу на ручки, пошел ласкаться, хотя он не котенок уже, ему года полтора, может быть, два. Он почувствовал, что это его новая семья, что за ним пришли, что это добрые люди прежде всего. Знаете, иногда приходят, а никого не найдешь. Вот пустая квартира, понимаете, никого не найдешь показать. Там придут люди, значит, говорят, а мы вот, значит, выбрали себе, вот вы выдавали, значит, в интернет, на Авито или еще где-то, на своей странице, что отдаете, таких-то фотографий. Вот мы выбрали, дайте нам его. Не найдешь, понимаете? То есть сразу какое-то чувствуется отчуждение, холодок. Понимаете? И наоборот, когда приходят добрые люди с добрыми намерениями, люди, которые любят животных, имеют животных или имели животных и хотят еще завести, то кошечки наши вьются вокруг таких людей вьюном. Каждый хочет понравиться, каждый хочет обрести новую семью. Это до слез трогательно, понимаете? И вот я вам хочу, потому что есть еще люди, очень редко стали писать, что там, докажи, что у тебя там приют, или ты вообще, даже это не пишут, а говорят, что ты, мол, лжешь, вы собираете деньги на свои собственные нужды, да чтобы у вас язык отсох, дорогие мои, никакие дорогие, недорогие мои. Чтобы... Нет, дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. И дай вам Бог почувствовать то умиротворение, то душевное спокойствие, которое возникает, когда этот горячий комочек или уже комок здоровый ложится к вам на колени или ложится с вами рядом, когда вы приляжете в постель. И я называю это тракторит. Урчит. Урчит. И проходит печали. И проходит порой боль. А душевная уж это точно. Боль растворяется. И наступает благодать. Дай вам Бог испытать такое. А чтобы испытать такое, надо завести свою кошечку. Завести свою кошечку. Честно говорю, люблю собак, обожаю собак. Были собаки у нас. Но от собак такого, как бы, вот, ощущения не получишь. Хотя собаки... преданнейшие животные. И как один сказал великий человек, чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Кажется так. Ну вот, давайте посмотрим. Приют Катавасия 67. Thank you.
Малек, почему ты хвостом гуляешь? Он же у тебя должен висеть, не так? Покажи-ка, как он должен быть. Покажи, как он должен быть. Вот. Это кольцехвостый американский кот. Редкая очень порода. Малек, покажи. Покажи с другой стороны хвост твой. Во какой. Покажи с той стороны. Господи, боже мой. Вот так вот. Вот, покажи. Вот он какой. Вот он у него. Вот такой хвост у него. Смотрите. А? Обалденный. Спасибо. О, какой хвост. Красава. Ну вот. Спасибо огромное Вере за помощь реальную. Это вот только сегодня, сейчас я из магазина куплено. Здесь примерно на 2 дня еды. Вере спасибо. Смотри, как лежит хорошо. Красиво. Это Иржик. Иржик Холечек. Ирка. Мякочка. Это Лесечка. Соня умывается. А где у Сони нос? Ну, здесь коротко. Ужас. Ага, ты видишь? Ужас. Ты видишь что-нибудь? Да. А как ты видишь? Ой. Сонь. Сонечка. Сонь. Мама говорит, носик. Носик, да. О, как. Что, да кусается разве? Нет. Носа. Маленький носик. Вот он, носик. Я не вижу носика. Вмятинка. Ай. Вмятинка между глаз. Ой. Соня. Ой. Красава. Красоня. А что у нее язык черный? Половина черная, видно? Не знаю, видно. Разделенная какая-то. Высокая. Порода такая. Киська моя, киська. Вот. А то ходишь скорузлый, а подбородок как сейчас, у него. Сейчас. Ну, видишь, да. И самой легче будет дышать даже. Опа. А. Сань, подожди, сейчас я на видео снимаю. Ну, Соня умывание делает. Лицо умывает. А смотри, ей нравится, наверное. Ей нравится, когда носик ей трогают. Вот и ну, потому что она не может не почесать, как говорится, сама. Да. То место. Вроде подожди. Где нос? Бороду. Где у девочки нос? Ты кушала вчера этот гурме? Ну, вот так вот. Вся в этих. Вот, Сонечка, ошметка. Сейчас будешь чистюля, похожа на тибетского монаха. Да. Соня. А Чернышевский сейчас. Он лезет. Ого, Чернышевский пришел. Черныш, лезь сюда. Сейчас Черныша там. Не надо какать. Тоже будет умывать Черныш. Чернышевский чист. Ну все? Все. Киску. Ну вот. Люди обедают. Люди обедают.
Две дают. Такс. О боже ты. Что-то самому есть захотелось, глядя на них. Вот, ребята. А ты чего сидишь? А? Глаша. А Глашка? Глаша? Глашка. Кс-кс-кс-кс. Чего не кушаешь? Во. Давай-ка поворачивайся передом. Кормежки. А? Во. Боже ж ты моя, что вытворяет. И не видно из-за них ничего. Ни мебели, ни пола. Так. Красавцы. Ну, а что остальные? Вот если все сюда собрались бы. Тихо. 3% меньше. И меньше. Устанет вообще девка. И кредит получится всего по 3,9% годовых. Банк, с которым все хорошо. Почта банк. Тиша примеряет заказ. Серая, бордо, лемонграсс, мини, миди и макси. Как тебе, пап? Ничего себе. И модненький аксессуар. Дима спустил гонорар. Сегодня скидка 20% на кроссовки Asics Gel Venture и детская одежда Cool Club от 439 рублей. Азан-зан-зан. О, как тяжело ей кушать. Без носа. Сонечка. Новый сезон. Прекрасно. Будешь там начальство показать. Новые расследования. Следите за приключениями. Задавайте их сейчас. Кто был инициатором развода? Артур. А если он стал вам не нужен, почему вы сразу не отпустили его? Мы много лет строили совместный бизнес. Это огромный кусок жизни. Мы оба работали по 20 часов в сутки. Тогда я была влюбленной дурочкой и не настояла сразу на условиях раздела бизнеса. А и как вы дальше собирались решать эту проблему? В рамках закона, Евгения Валентиновна. И надеясь на удачу, которая, как вы видите, мне улыбнулась. Тусовка пошла. А что остальные не идут? Остальные ждут на своем месте рабочем. Все ждут чего-то. Кушай, 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 малыш. Вот так огурчики понравились. Это барсик у нас, веслоухий. Недавно его... привезли к нам. Спасли его от голода. Вот он даже огурцы свежие. Сейчас редиску еще попробую. Вот он редиску. Вот некая госпожа Каменская высказалась, что я собираю, значит, деньги у бедных бабушек, у пенсионеров на несуществующих животных. Вот сейчас
Вы знаете, что травки принесли вот с улицы. Помыли эту травку. И вот даем вот этим людям, животным. Каменская, смотри, те. Вы в декрете, я не хочу, так сказать, о вас плохого ничего говорить. Вы сказали, что вы в декрете. И что тоже кормите животных, так сказать, но ни у кого не просите. Ну, кормите, ради бога, кормите. Своих бы я кормил, а это, так сказать, приют. Это передержка, будем так говорить. Сейчас я вам специально покажу. Вот идем сюда. Еще в одну комнату. Я быстро показываю, потому что, извиняюсь, я только что приехал. Только что вернулся. Из мест, где нет ни интернета, ничего, ни телефонной связи. Черт побери. Это в 21 веке. Вот. Так, смотрите. Так, дети мои, все в кучу, для госпожи Каменской, если я правильно фамилию запомнил. Яна, кажется, Каменская, а может быть не Яна. Завтра посмотрим ее комментарии, так сказать, и прокомментируем тоже. Ну, кто тут вон, вон где шевелится кто-то. Привет, Веславушка, привет. Вот такие вот недавно соорудили. Сластик, привет. Или кто это? Привет. Эй. Даже не Сластик это. Ой, забыл уже. Два их с одинаковым именем. Одного с улицы, обоих взяли. Но почему-то один, ну, под номерами они. С одинаковыми именами. Вот так, Каменская. Опа, оба. Ну, показывай, как ты летаешь. Давай, давай, показывай, как ты летаешь. Ну, опа, ничего себе. Вот эти полки тоже я так развесил для них. Там мои причиндалы всякие. Вот. Это одна девица пишет, что вы все лжете, что у вас передержка какая-то. Никого у вас нет, вы бабки собираете. Вот я решил снять. Прочитал я, возмущен был до предела. Ну. Ну ладно. Каменская Яна, или как вас там? Везде. Дай Бог вам здоровья, так сказать, и родить здорового ребенка, не такого злого и, как называть, ядовитого, как вы. Правильно, малыши? Так, привет. Здоровайся-ка. С нашими. И ты, Пумба. Здоровайся. Хороший Пумба. Так, скорее бы вас раздать. Деньги действительно не клянчить у людей. Не ходить с протянутой рукой. Но опять же, новых придется спасать. Вот, смотрите, какая красавица. Ну это же вообще Синба зовут ее. Вон травка. Травку принесли сейчас. Вот, привезли. Ладно. Ну, Саня, не попадай в кадр. Так. И вот этот краешек заденем. Тебе я только твои тапочки снял. Ладно. Это травки поели, теперь будет нормально. Ну вот, друзья, вы посмотрели эти короткометражные фильмы, отрывочки какие-то из жизни нашей передержки, это Вася 67. Я думаю, равнодушных не осталось среди вас. А если остались такие, то вряд ли им вообще место на моем канале, если кто-то остался равнодушным. Почему? Не потому, что я не хочу иметь там подписчиков больше и так далее, а потому что
Я думаю, что те, кто не любит животных и не мечтает хотя бы их иметь, те, кто не хочет, не может помогать, я именно говорю, не хочет помогать, не может, ладно, не все могут, а вот или считает, что мы, значит, какие-то донаты собираем, значит, и тратим их на себя, те не могут как бы со мной сотрудничать. Или я с ними не могу сотрудничать. Давайте так говорить. Я не могу вещать, говорить, изливать душу таким людям, которые не понимают, зачем мы это делаем. Зачем мы содержим вот приют Катавасия эту. Это тяжело. Вы видите, вы смотрите за видеокамерой, вы смотрите, обшарпанные двери какие-то там, везде какие-то лотки, везде какие-то тарелочки с кормом, везде какие-то подушечки, там полочки для этих кошек. Понимаете, кажется, что я, жена и сын пришли к ним в гости. Или живем мы у них, а не они у нас. Почему? Потому что для них как бы создано все. Нет никаких клеток, нет никаких отдельных помещений. Нет. Это наша семья. Не осуждайте нас строго. И вообще не осуждайте. Не судите, да не судимы будете. Ждем вашей помощи, друзья. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья, здоровья вам и благополучия. Дай вам, как говорится, Бог. Пока.